Добрый день, Алексей Пашков на связи. И как я и писал в вступительном слове к этому видео, сегодня вы не узнаете ничего нового, хотя это не совсем так. Это зависит от того, как давно вы меня смотрите. Потому что сегодня я пройдусь по нескольким интересным произведениям искусства, о которых я так или иначе рассказывал вам на протяжении последних 5 лет. Поэтому, если вы присоединились ко мне позже, всего лишь год или два назад, то обязательно смотрите до конца, будет кое-что новое для вас. А если вы со мной с самого начала, то все равно смотрите до конца, потому что в конце будет важный вывод. Ну, кроме того, освежить собственные знания тоже никогда не будет лишним. Итак, за последние 5 лет я сделал для вас множество курсов об искусстве. Об искусстве античном, средневековом, об итальянском возрождении, о северном возрождении. Давайте вспомним несколько самых, может быть, ярких произведений, о которых в этих курсах шла речь. В цикле лекций по античному искусству я, помимо всего прочего, рассказывал о римских саркофагах. И наверняка показывал вам, хотя, конечно, я сейчас уже не помню точно, дело было давно, но, тем не менее, что-то мне подсказывает, что речь у нас заходила про так называемый саркофаг Медеи. Вот как он выглядит. Барельефы этого саркофага изображают самую, может быть, кровавую и печальную историю во всей античной мифологии. Медея – колхидская принцесса, которая помогла Ясону вывести в Грецию золотую руну и стала его женой и родила ему 2 детей. В итоге мужу надоело. Ясон оставляет ее ради другой женщины, и Медея в приступе ярости из оскорбленного самолюбия убивает собственных детей, чтобы отомстить их отцу, и после этого улетает на волшебной колеснице, запряженной драконами. Она же волшебница. Именно этот момент здесь и изображен. Видите, вот Медея, одержимая безумием, а рядом 2 ее детей. Они еще не знают, что их ждет. И этот контраст яростного, кровожадного безумия и детской невинности – это как раз то, что сильнее всего бьет по нервам зрителя. Но вот от обсуждения этого саркофага мы с вами, опять-таки, насколько я помню, переходили к довольно-таки интересному вопросу. А как понять поступок Медеи? Очевидно, что сами греки в разное время понимали его по-разному. Была такая знаменитая книга «Греки и бессознательное». Ну, книга современная, естественно. И в одной из глав этой книги автор занимается подробным текстологическим анализом поэмы Гомера. В поэмах Гомера очень часто примерно такие обороты. Описывая воина в сражении, Гомер пишет: «взбунтовалась в нем душа» или «яростью объята была душа его». Ну, я недословно цитирую, конечно, гомеровские гекзаметры, но вы понимаете, о чем я. Мы, современные читатели, обычно понимаем это в том смысле, что он разозлился, да, в его душе поднялась ярость. Однако, анализируя оригинал текста и сравнивая слово употребление в разных источниках, автор приходит к выводу, что под словом «душа» Гомер понимает не то, что мы понимаем под словом «душа». У Гомера имеется в виду некая внешняя сущность, что-то вроде демона или духа, который входит в воина, овладевает им, наводит на него вот эту вот боевую ярость и на время берет на себя полный контроль над его действиями. Иными словами, для человека гомеровской эпохи ситуация, когда люди оказываются регулярно одержимыми, она абсолютно нормальна. И, видимо, изначально Еврипид, создатель трагедии про Медею, имел в виду нечто подобное, некую темную демоническую одержимость. Однако со временем появились философы-стоики, которые озвучили совершенно другую точку зрения. Они сказали: нет, все, что мы имеем в случае Медеи, это ошибка суждения. Она думает, что в ее ситуации убить детей правильно. Объясните ей, что она не права, и она изменит свое решение. Они считали, что рациональное начало человека способно полностью контролировать все его поступки. Если мы делаем что-то злое или дурное, это все потому, что мы ошибаемся в своих суждениях и умозаключениях.
Вот два варианта, две опции. Одержимость темными силами или мыслительная ошибка. И мы ушли в обсуждение этого вопроса. А это, как вы понимаете, философский вопрос. Теперь давайте перенесемся в средние века. Любимый мой пример, я вам часто его показывал. Готический собор в Амьене во Франции. Окно роза. Присмотритесь, по ободку этого окна изображены фигурки. С одной стороны, слева, люди как бы поднимаются наверх. Окно превращается в своеобразное колесо обозрения. Кто-то поднимается, кто-то наоборот опускается. И заметьте, что у поднимающихся людей с одеждой все в порядке, а вот у опускающихся людей нет штанов. Зады у них заголены. Они буквально оказываются выброшенными на улицу с голыми задницами. А кто же управляет этим процессом? А управляет им, посмотрите, леди Фортуна, госпожа Удача, которая сидит в верхней точке этого самого колеса. Смысл этого изображения абсолютно понятен, потому что у нас есть многочисленные средневековые морализирующие тексты, начиная еще с Боэция, чье «Утешение философии» мы с вами тоже вместе читали, которые пишут о том, что фортуна или удача, ну, фортуной ее называли древние римляне, и это название перекочевало в средневековье, это капризная сущность, она слепа, она дает и отнимает у людей независимо от их заслуг и моральных добродетелей. Нельзя ей доверять, нельзя принимать из ее рук ничего. Только Бог является настоящим подателем благ. Но тут мы задумываемся, а разве судьбой Бог не управляет? Если управляет, то что же получается, нам нужно с недоверием относиться к его решениям? Или же судьба и Божье предопределение – это разные вещи? Но если разные, тогда в чем их разница? И мы с вами ушли в обсуждение этого вопроса, а это тоже философский вопрос. Наконец, давайте перенесемся в эпоху Возрождения. Я показывал вам знаменитую картину Боттичелли «Паллада и кентавр». Богиня мудрости, Паллада, ну, Афина или Минерва, обычно картину называют Минерва и кентавр все-таки, хватает кентавра за волосы. Анализируя эту картину, мы пришли к выводу, что Боттичелли, видимо, находился под влиянием учения неоплатоников, последователей Платона, как вы понимаете. Эта философская школа в Италии того времени была очень популярна и очень влиятельна. Неоплатоники говорили о том, что наша душа находится в теле, как в темнице, что дух – это благо, а плоть – это зло, что все наши низкие животные порывы – похоть, зависть, гнев – это следствие того, что наша плоть, воплощенное, концентрированное зло, имеет над нами некоторую власть. Однако дух может и должен ее покорить. В человеке идет непрерывная борьба между душой и телом, которая аллегорически представлена как раз Минервой и кентавром. Когда мы после этого подошли к знаменитой скульптуре Микеланджело, изображающей умирающего раба, и обнаружили там обезьяну, которая как бы не до конца обозначена, которая робко выглядывает из мрамора, но тем не менее там присутствует, вот она – мы пришли к схожим выводам. Микеланджело, видимо, тоже был неоплатоником. И обезьяна в его скульптуре тоже символизирует все то низкое, мерзкое, злобное, что заключает в себе плотское начало человека. Иными словами, мы ушли с вами в обсуждение проблем дуализма. Является ли материальный мир злом? И если является, то как это зло можно победить? А это тоже философский вопрос. Наконец, в курсе по северному возрождению я вам показывал гравюру Дюрера «Меланхолия». И мы с вами разбирали знаменитую интерпретацию этой гравюры Эрвином Пановским. Интерпретация эта занимает 20 страниц убористого текста. Но если очень кратко и упрощенно, мы с вами, ну, следуя за Пановским, конечно, пришли к выводу, что гравюра это повествует о двух возможных судьбах меланхолика. Как вы понимаете, меланхолик – это один из четырех темпераментов человека. Меланхолик – человек талантливый. Он склонен быть изобретательным, умелым, и инструменты, разбросанные вокруг фигуры печального ангела, на это намекают. Он наделен многочисленными способностями,
Однако, если он не будет контролировать свой мрачный темперамент, он неизбежно скатится в темную депрессию и окажется абсолютно инертным, не способным ни к какому действию, как ангел, который, как видите, забросил все эти инструменты и печально сидит, опираясь на руку. Таким образом, мы от конкретного произведения искусства ушли в обсуждение вопросов о том, насколько человек может познать собственную природу и направлять ее, контролировать ее. А это тоже вопрос философский. Ну, я бы сказал, где-то на грани философии и эзотерики. В том же самом курсе я вам, конечно же, показывал и картину Питера Брейгеля «Падение Икара». Про маленькую загадку этой картины, я уверен, вы хорошо знаете. Действительно, Икар здесь присутствует, но найти его сложно. Он в правом нижнем углу, его ноги торчат из воды, он только что упал с неба. Но очевидно, Брейгель показывает нам, что судьба этого античного героя совсем не главная. Главное в мире – это его правильное функционирование, обычные повседневные вещи. Пахарь, идущий за плугом, занимает у него гораздо больше места, чем мифический персонаж Икар. И посмотрите, какая разница с гораздо более поздней, но любимой моей картиной на этот же сюжет англичанина Лейтона. У него, как видите, Икар – это герой, отважный, романтичный, который рвется в бой. Здесь прославление его храбрости и его порыва к неизведанному. У Брейгеля скорее наоборот. Мы с вами обсуждали, почему так, и пришли к выводу, что, скорее всего, это связано с мировоззрением того времени. Для Брейгеля Икар – это в первую очередь пример гордыни. Это образчик того, как человек пытается вырваться за отведенные ему пределы, а это нехорошо, это грех. Для Лейтона – наоборот. Попытка вырваться за отведенные тебе пределы – это героизм, это добродетель. Посмотрите, как сильно изменилась идеология за несколько сотен лет. И мы ушли с вами в обсуждение этого вопроса. А это тоже философский вопрос. К чему весь этот длинный, все это длинное перечисление того, о чем мы с вами уже говорили? А вот к чему. Каждый раз, обсуждая великие произведения искусства, мы с вами неизбежно переходили от картинки, от внешнего к их сути, к тому посланию, которое они несут. И, как правило, послание это оказывалось довольно-таки сложным и довольно-таки абстрактным. Нам каждый раз приходилось уходить от конкретной истории, которую нам рассказывает произведение, будь то история Медеи или Икара, к более сложным, более общим, повторяюсь, к философским материям. И вам это нравилось. Если бы не нравилось, то мои курсы вы не покупали бы в таком количестве. Этому вашему интересу я несказанно рад. Признаюсь честно, когда я только начинал свою деятельность, я далеко не был уверен, что хоть кому-то обсуждение подобных вопросов будет интересно. Я боялся, что в основном люди будут хотеть котиков и цветочков. Однако, к счастью, я был неправ. К счастью, потому что если бы у вас не проснулся интерес, если бы у вас не было интереса к таким вещам, то, наверное, я бы сейчас работал во вкусной точке, потому что, по большому счету, больше ничего я делать не умею. Однако, повторяюсь, интерес к этим абстрактностям в вас есть. А раз так, то я призываю вас быть последовательным или последовательной. В том курсе, который для вас у меня уже готов, в курсе про философию стоиков, мы практически не будем говорить о живописи или скульптуре. Мы будем говорить именно об этих абстрактных, сложных, возвышенных вещах. Да, мне было очень легко обрабатывать эти лекции, потому что в них не нужно вставлять картинки. Картинок в них практически нет. Но вот записывать их мне было очень сложно. Потому что говорить мне приходилось о вещах сложных. И я долго думал о том, как эти сложные вещи сделать для вас простыми и понятными. Мне кажется, мне это удалось. Но какими бы простыми и понятными я их ни сделал, все равно, если у вас нет интереса к таким материям, то слушать эти лекции вам не надо. Однако, весь опыт нашего предыдущего общения, все то, что я делал для вас в течение последних 5 лет, указывает на то, что такой интерес у вас все-таки есть.
А раз так, то я уверен, что и новый курс, курс по стоицизму, курс, который, я надеюсь, станет первым шагом в череде большого цикла лекций про историю философии, ну, будет он или нет, посмотрим, зависит от того, собственно говоря, насколько вы проявите интерес к стоикам. Так вот, я уверен, что этот курс вам будет интересен, если вам было интересно вот все то, о чем я говорил на протяжении последних 15 минут. Запись на курс по стоикам начнется уже на следующей неделе. Если вы уже добавились в список тех, кому я пришлю на этот курс приглашение, то замечательно, больше вам ничего делать не надо. А если не добавились, то, в общем-то, у вас предпоследний, наверное, сейчас шанс это сделать. Ссылка на добавление должна быть где-то рядом. Прислушайтесь к себе. Если вам искренне не интересны вот все эти материи, о которых я говорил, то, конечно же, добавляться туда не нужно. Зачем? Но если я прав в своем предположении, что интерес этот у вас есть, тогда не добавиться в предсписок будет как-то странно и непоследовательно. Итак, думайте, решайте, и если все-таки мы с вами увидимся в курсе по стоицизму, я буду этому очень и очень рад.